почему лампы потухли? Проклятая ЖКХ отключила керосин за долги. Прикажете губернатору с лучиной сидеть? Лучина, да, вечер! Ваше губернаторское высочество сгорело во всей России. Все лето полыхало синим пламенем. Ну так вызовите статс-секретаря. Государю-императору прошение продиктую. Статс-секретарь пятый день в очереди знахарем стоит. Чтоб тот ему зубы заговорил. Шибко болят. Почему к знахарю? Почему не к городскому лекарю? Лазарет, давеча ваше губернаторское высочество, по ошибке разорили. Хотели как лучше, а получилась реформа здравоохранения. Господин полицмейстер, а не ваша ли прямая обязанность за порядком глядеть? Так точно! Следили было, да пришел свыше указ перечаться не полиции, а ментами. Какой тут порядок? Так шлите в Москву фельдъегеря. Фельдъегери закончились. На Литвы доскачут и как в воду. Ну что ж, прикажете мне лично, что ли, в Евросоюз скакать? Не получится. Ваша губернаторская честь, вам визу делать надо. А и лошади будут на границе проблемы с выхлопными газами. Господин, как вас там теперь? Вертмейстер! Револьвер с вами? Так точно! Давайте сюда! Нет губернатора, нет проблем! В чем дело? Полиция, домашние патроны не пропускают. Не подмажешь, не застрелишься. Да что за регион такой? Остров невезения 33 несчастья. 39, я считал. Приезжают на Верхнее озеро. Лето, жара.
истязать гимназистов. Не видать им зачета, как своих ушей с дорогими плеерами. И тут возникает репетитор, то есть я. No problem! Показываем жестом репетитор и приступает к своим нелегким репетиторским обязанностям в судьбе. Финал балета понятен без всякого либретто. Добро, помноженное на бабло, побеждает зло. Естественно, физрук исчезает в репетильном озере, экзамены не страшны, всем все до лампады. Итак, дамы и господа, репетильное озеро! Show me.